Здравствуйте. Блядь, да что за хуйня начинается? Отключено повторное подключение. Здравствуйте, уважаемые зрители. Приветствую вас на моем канале. Сегодня у нас вот такой подарок судьбы. Все, наверное, знают, что это осциллограф. Модель S1-65. Сделано в СССР. Надежды на него большие в плане КМ и каких-то хороших микросхем, транзисторов, конденсаторов. Вот. Хочу вам показать, не знаю, в одну серию это влезет, либо в две. Хочу вам показать его разбор и выход по материалам. Ну что, ожидается. Я такой прибор ни разу не разбирал. Ну, конечно же, там 100% есть КМ-ки, есть что-то еще ценное. Вот, думаю, реостаты, какие-то переключатели. С чего начать? Давайте на бок положим. Крутим вот здесь вот винтик. Также вкручиваем винтик и подтягиваем. Так, ну, крышка более легкая. Сразу проверяем на магнит. Да, вот это алюминий. Крышка алюминий. Укладываем в сторону. Ну, что мы видим? Да, прибор, конечно, радует. На платке приличное количество КМ-ок, как рыжих, так и зеленых. Видим полевики. Ну, ножки пока не золотые, но мы их обязательно, шляпки, поснимаем. Видим какой-то еще неопределенный. Микросхема, наверное, какая-то. Вот. Давайте для начала снимем вот эту плату. Так, все, ребят, плату я снял. Почти. Осталось за малым немножко откусить провода. Давайте поразглядываем ее получше. Так, вот это тут уберем. Значит, что мы имеем? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре зеленых КМ-ки. И, значит, мы имеем рыжиков сколько? Раз, два, три, четыре, пять. Пять рыжиков. Это основное. Все другое. Сейчас будем смотреть. Вот тут силовые транзисторы стоят. 2Т602Б. Вот. Я по памяти не помню, что они содержат. Все буду в процессе рассказывать. Переворачиваем. Смотрим, что здесь. Здесь сопротивление ряд, резисторы такие силовые, ПВТ, да, конденсатор, C5, SP4, подстроечные резисторы, ну, полевички. Давайте, может быть, начнем открывать их даже. Вот. Потому что смотреть, проверять их как бы по каталогам я не вижу смысла. А вскрыть всегда за радость, скажем так. Вот этот пустой.
6-й. Обидно, обидно. Пустой. Ну, я думаю, они все пустые. Вот, нет, ребят. Не все. Так, а это у нас, так, для себя потом выпишу. 2Т312Б. Полевые. Вот тоже 2Т300. Нет, это у нас 2Т306В. Открываем. Есть. Это у нас 2Т312Б, да, как я и говорил. Открываем. Есть. Не знаю, прям удовольствие ковыряться с такими приборами. Ну, я не претендую на супер знатока по всем этим транзисторам. Да, если честно, я даже голову не забиваю, если что-то попадается. Я смотрю по каталогам. По памяти у меня хватает и так много чего по работе запоминать. Мне не хватало еще запоминать каждый транзистор, что он содержит и в каком количестве. Есть, конечно, люди уникумы, которым один раз скажи, и он запомнит на всю жизнь. Я не такой. Вот, ребят. Видим. Ну, посмотрим, что там у нас дальше. Вот я снял заднюю крышку с прибора. Тут страшная такая вот нарисованность. Звездочка, молния. Опасно для жизни. Значит, что мы тут видим? Опять прибор радует. Мы видим КМ-ки. Вот КМ-ки. Здесь вот везде. Там плохо видно, наверное. Вот мы видим КМ-очки. Зеленые. Мы видим здесь вот даже вот. Вот так вот КМ-очка припаяна. Что мы видим еще? Видим вот на этой плате тоже немало КМ-ок. Ну, платы сниму. Сейчас покажу. Давайте вместе снимать. Чтобы потом не говорили то, что я самое интересное сделал вне кадра. Вот. А, вот с этим прибором. Тут, ребят, я вижу, что по ходу дела вот этот вот корпус посеребренка. Так что все такое вот окислившееся, такое реакцию. Нет, серебро. Вот такой интересный какой-то болт. Я держал. Все, вынимаем. Что мы имеем с обратной стороны? Опять неизвестный мне. Вот такое вот изделие с маркировкой 6S51N-V. Вот. Тут мы видим посеребренки, приличное количество. Вот. SP4 стоят. Ну, давайте снимать, что вот в этом корпусе находится у нас. Нюансы, когда я кручу болты. Ну, ребят, это посеребренка 100%. Так, что у нас внутри? Внутри у нас переключатель PR3, P3, NT, SP4, резистор S2 13. Ну, собственно, ничего какого-то сверхценного нет. Мы видим КМ-ки, рыжики. КМ-ки такие хорошие, не маленькие. 1H,
маркировка 1N, точнее, привык уже к этим английским цифрам. 4N, 1N, хорошие КМ-ки, увесистые. SP4, SP4. Что у нас вот здесь с полевичками, с этими? Так, это у нас маркировка 1Т313А. Ну, пустой. Пустой. Полевички. Тоже, скорее всего, пустые. Ну да, там видно, что нет ничего. Ну все, в сторону ее. Значит, опять вот плата, КМ-ки. Какие-то странные конденсаторы, наверное. Это просто такие какие-то зеленые. Первый раз такие вижу. Ну, опять же, я говорю то, что мне такие приборы не часто попадаются. И я не такой уж и большой специалист по ним. Значит, что? Опа. Полевикам маркировка у нас P308, хороший P308, можно так сказать, приятный. Вот остальные у нас что, какую имеет маркировку, тоже P308. Да, P380. Значит, SP5 наблюдаем в таком корпусе. Не знаю, сколько они сейчас стоят, но посмотрю, напишу. И вот МПшки. Вот МПшки, вот эти вряд ли, конечно, уже такие же красивые. Ну, да, там нету красоты былой этих МПшек. Ну, три детальки из полевиков неплохие. Раз, два, три. Три КМ-очки. Три КМ-очки. Жирненькие КМ-очки. Хорошие. Ну, три СП-шки. С обратной стороны у нас ничего нету. Все залито лаком. Качественная плата, конечно. Умели раньше делать. Снимаем следующую. Изделие, конечно, на то время очень качественное. Видно, тут, конечно, ручная такая сборка, но руки у людей были золотые. Значит, что мы видим здесь? Значит, КМ-очки. Здесь уже, наверное, 308, надеюсь. Да, 308. СП4. Раз, два, три, четыре КМ-ки. Маленькие. 2Т301Е. С обратной стороны ничего нету. Ну, вот эти говорят, что-то там содержат, но 2D202G. Посмотрим, проверим. Ну, мало вероятно. В сторону. Значит, что мы тут видим? Хороший трансформатор. Вот, как я говорил в предыдущих видео, вот, возможно, вот в таком трансформаторе сам металл содержит большое количество вольфрама. Его надо проверять на искру. Как я уже говорил, стоимость вольфрама, так, ну, не вольфрама, а вот этих пластин трансформаторного железа, у нас берут их по 150 рублей за килограмм. То есть неплохая цена для железа. По 340. Год не вижу, ребят. Потом сниму, скажу. Вот открылось такое вот количество плат. Ребят, снял вот такую панельку заднюю с ножками, которые. Тут, значит, что у нас стоит? Транзисторы. P701A, 2T903A. Ну, собственно, вот это тоже P701A.
Это 2Т903А. 2Т903А. Вот то же самое. С обратной стороны МТ1. Ну, это серебро. Ну, собственно, все. Вот это алюминий. Алюминий, ножки сниму. Все разберу. Пойдет на алюминий. Ребят, вот снял тогда заднюю крышечку. Крышка. Ну, где ножки вот были. Вот еще одна платка нарисовалась. С очень приличными каемочками. Зелененькими. Вот и транзистором. Что вот так вот он выглядит. Под крышкой. Это кинескоп. Это какой-то конденсатор силовой. Вот так вот. Вот еще одна плата оголилась, так сказать. 5 км. Вот каемочка. Раз, два маленькая. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 км. Транзисторы. Транзисторы, я не знаю, какие они, нормальные, ненормальные. Сейчас глянем. Да, хорошие транзисторы. Вот. Ну, приятный прибор. Приятный прибор, конечно. С обратной стороны ничего нет. Приятный приборчик. Ребят, разобрал вот кинескоп. Снял с него лампу. Вот это железо. Думал, алюминий. Оказалось, железо что-то. Посмотрел. Значит, вот такая лампа. Кинескопная. У нас, давайте посмотрим маркировку. 11L01I. 1977 год. На лампе стояла, конечно же, вот такая вот обмоточка. Обмоточка такая. Ну, скорее всего, медная. Вот. Ну, вот так вот потихоньку. Потихоньку идут дела. Я вам все не показываю. Тут как бы неинтересно будет, если будете смотреть, как я бинты кручу и мучаюсь с ними. Вот, ПП-3 видно. То, что спрятался. ПП-3. Вот он. Год. Не вижу я. 77-й. 77-й. Нормальный приемный год. Там, по-моему, до 85-го, да? Если я не ошибаюсь. Они шли приемные. Вот здесь вот тоже у нас ПП-3. 76-й год. Вот уже хорошо и так. Вот. Вот еще одна плата. Тоже КМ-ки. Крупные КМ-ки, мелкие КМ-ки. Транзистор пока какой не видно. Так что вот так вот. Снял трансформатор. Такой достаточно качественный трансформатор. Вот. Будем разбирать на медь. Ну, что не плата, то подарок. Что я могу сказать? Вот такой модуль стоял. Здесь залиты какие-то конденсаторы в какой-то, не знаю, смоле. Вот. Разбирать я не знаю, пока не буду. Если кто-то подскажет, что это за конденсаторы там так залиты. Ну, как бы отложу, потому что разбирать очень трудоемко. И вот такая вот платка. Значит, КМ-ки рыжие. СП-5. И транзисторы. Транзисторы тоже хорошие. Осциллограф. Не знаю, трудоемкая работа, конечно. Часа два я его разбирал в общей сложности. Что мы получили? Мы получили вот такие платы. Такие платочки. Каемочек много. Попадались, конечно, пустые такие платы.